Поддержать ребят из разных регионов страны, а также доказать им, что диабет не приговор, приехала серебряный призер чемпионата мира и Европы по зимнему триатлону среди молодежи Юлия Байгузова. У нее брали автографы, с ней фотографировались и спрашивали, как она прошла свой спортивный путь с диабетом. Ты просто меряешь сахар, колешь инсулин, считаешь, что ты ешь. Считаю, что вообще это полезно каждому из нас. Вообще, мне кажется, рекомендуется каждому здоровому человеку понимать, что он ест, сколько он ест, в каких количествах. А все дети с диабетом это делают с момента, как только заболевают. Каждый день – это ваш день. Этот девиз стал постоянным для детей и подростков с сахарным диабетом. Программа пребывания в Сочи для них расписана по часам. Спортивные состязания включают в себя соревнования по бегу, футболу, метанию. И такой активности не препятствуют врачи. У каждой команды свой специалист в области эндокринологии. Он измеряет уровень глюкозы в крови и вообще следит за здоровьем юных гостей курорта. Ставим весы и говорим, пожалуйста, можете подойти, булочки, печенюшки, запеканки, блинчики, все взвесить. Вопрос, тут же подходите к нам, мы суперспециалисты по питанию из Москвы, мы все-все ответим, да. То есть уровень, ну, повышается по сравнению с традиционной школой диабета, я даже не знаю, как это выразить в процентах, да. Это просто, наверное, 1000%. За 9 лет проведения в Сочи Диаспартакиады в ней приняло участие 800 детей из 57 регионов России. Среди них Аделина Бондаренко. Впечатлений от Сочи у нее масса. Я, когда в самолете летела, смотрела на город с высоты, мне буквально все нравилось. Какие пальмы, какая тут природа, все мне нравится. Тут воздух неимоверно чистый. Диабетом сегодня болеют 4,5 миллиона россиян, из них 30 тысяч детей и подростков. Эндокринологи уверены, что современные методы лечения, а также соблюдение основных рекомендаций по питанию и самоконтролю не помешают детям заниматься спортом и в целом вести активный образ жизни, несмотря на непростой диагноз. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.